Новогодняя сказка. Посередине большого зала стояла красивая новогодняя елка. Висел на ней маленький белый зайчик. Длинные уши, короткий хвост, черные угольки глазки. Он был добрым и веселым. Любил прыгать по пахнущим веткам елки и играть хлопушками. Перед самым Новым годом на елку повесили злую бабу-ягу. Волосы у нее были длинные, нос горбатый, а изо рта торчали два больших зуба. Села она в свою ступу, облетела на ней вокруг ветки, и сразу на елке избушка на курьих ножках выросла. Захотела баба-яга есть и решила поймать веселого зайку с черными глазками. Взмахнула она метлой и взлетела на ступе на ту самую ветку, где висел зайчик. Схватила пушистого и унесла в свою избушку. Ох, и вкусно же я сегодня поем! Ох, и хорошо я встречу Новый год! Старуха потерла руки и затопила печь. Зайка начал кричать. Я не хочу в печку. Отпустите меня обратно. Вокруг избушки собрались игрушки. Они очень хотели спасти бедного зайца. Но как? Вскоре из трубы повалил дымок. Ой, ой, надо что-то делать. Заволновалась белка. Иначе? Отдайте нам нашего зайца. Крикнул волк и забарабанил лапами в дверь. В окно высунулась баба-яга. Мы че растучались? Кыш отсюда! Отдайте нам нашего друга. И не подумаю. Тогда мы сбросим избушку с елки. Серобокий хотел сказать что-то еще, но из окна избушки вылетела метла и начала мести всех, кто стоял рядом. Игрушки стали падать с ветки. Волчище вцепился в метлу зубами, но метла так начала его кружить, что волк отлетел в сторону и еле-еле удержался на ветке. Сели игрушки в кружок и загрустили. Я придумал! Весело воскликнул Буратино. Под елкой стоит Дед Мороз. Он великий волшебник. Надо все рассказать ему. Так они и сделали. Да, негоже оставлять в беде зайца-то. Вместо ступа и метлы у меня есть посох и мешок. Посмотрим, кто сильнее. Постучал Дед Мороз в окошко к бабе-яге. За зайцем, что ли, пришел? Не видать вам зайца. Я его поймала. Я его и съем. Да не нужен мне твой заяц. Не зачем я к тебе пожаловал. А зачем? Сколько историй про твою метлу сказываю, что не терпится самому на ней покататься. Покататься, говоришь, захотел. А ты на моем волшебном посохе полетаешь, если захочешь. Никому я его не даю, так и быть тебе позволю. Только баба-яга села верхом на посох, он так стал кружить ведьму, что у той голова закружилась. Хватит! Опускайся! А посох не слушается, летает с ягой вокруг елки, только игрушки от ветра качаются. Подлетел он к Деду Морозу, да в его мешок бабу-ягу и сбросил. Завязал дедушка свой мешок потуже, а посох и давай по нему колотить. Вбежали игрушки в избушку, вытащили оттуда зайца и скорее все в круг. Новый год наступает. Взмахнул Дед Мороз своим волшебным посохом, заискрилась, засияла елка. Потом развязал дедушка свой мешок, а там вместо бабы-яги лежит огромная ледяная сосулька. Вот это да!
Вот бы мне такую большую морковку. Дедушка Мороз улыбнулся, взял эту сосульку, а она у всех на глазах в морковку превратилась. Вот и новогодний подарок веселому зайцу с глазками-угольками.